Сегодня у нас на обзоре портативное детское автокресло. В связи с принятым новым законом у нас в Казахстане, наши детки теперь должны быть пристегнуты и должны быть в безопасности. Ну, в общем, вот такое кресло пришло в очень приятной упаковке. Давайте посмотрим. Кстати, про это кресло было написано продавцом, что оно идет от 0 до 6 лет. Все сшито так довольно добротно, никаких ниток, ничего нет. Все очень приятно, это все мягкое и такое хорошее, плотное. Ну, для того, чтобы дать оценку этому креслу, наверное, надо туда посадить ребенка. Сейчас посмотрим, что будет. Ну вот, нашему ребеночку 2,5 года. Он прекрасно вошел в это кресло. Просто здорово. Для ножек места достаточно. Очень много места для ножичек. Эти ремешки вот удлинить в принципе невозможно. Они вот немножко на липах. Вот за счет того, что липу немножко отодвигаем, их можно чуть удлинить. Ну, моя нога-то точно влезет туда. Даник, ты доволен? Да. 8-летний сын прекрасно тоже вошел в это кресло, но он у нас стройненький очень. Всем пока-пока! Ставьте лайки!